снимаем. Добрый вечер, дорогие друзья. У меня с Высоцким свои ассоциации. Я, к сожалению, так получилось, что не был на его спектаклях, когда еще в школе учился, когда приехали мы в студенчество, когда мы ходили на Таганку. К сожалению, единственное, что я помню, там в фойе стояло много очень памятников, как бы, которые претендовали на его, кстати, на гроби. И вот один из них выбрали все-таки. Но там было столько, очень много в этом фойе выставлялось этих разных композиций, художников. Но все-таки выбрали один и единственный, я думаю, что я. Я помню, что я переписывал от руки Нев. Это точно. У меня даже еще тетрадка не останется. Обалдеть. Конечно, это гений. Человек, который мог ревновать по 4, по 5, по 6 слогов, я не знаю, кто еще может такое, не знаю, вряд ли. И вот я впервые услышал, когда человек просто пел согласно. Это, извините, меня тоже прямо не кажется. Это, по-моему, его тема, его, по-моему, одного. Может быть, кто-то еще до него? Я слышал только от него. Так, пел классно, конечно, удивительно просто. Я решил взять песню, которую все знают. Давайте вместе с вами попробуем спеть. Но вот исчезла дрожь в руках, теперь наверх. Но вот сорвался в пропасть страх, наверх, наверх. Для остановки нет причин, иду скользя, и в мире нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженных путей один пусть мой, среди невзятых рубежей один со мной. А имена тех, кто здесь лег, снега таят. Среди нехоженых дорог одна твоя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит, и тайну чьих-нибудь следов гранит хранит. И я гляжу в свою мечту поверх голов, и свято верю в теплоту снегов и слов. И пусть пройдет немало срока, мне не забыть, как здесь сомнения смог в себе убить. В тот день шептала мне вода, удач всегда. Ну а какой был день тогда? Ах да, стыда.